Пожалуйста, когда едите рыбу, когда видите вот этот веер из гнилых голов, ну, вы понимаете, про что я. Хотелось бы подчеркнуть, что люди, страна должна просыпаться. Хватит нам быть рабами, хватит нам быть отщепенцами, хватит нам быть преступниками. Свободу Фургалу, свободу Навальному, свободу всем политзаключенным. Хотелось бы, чтобы Россия была свободной. Значит, Навального закрыли, Фургала закрыли, наши нормальные все люди сидят в тюрьмах. Хочу сказать, когда с Пригожиным что-то решится? Хоть один родитель своих детей, похоронивший пилотов, что-то против сказал? Или это что, как у Владимира Владимировича новая есть поговорка, обманули дурака на 4 кулака? То бишь кого кто обманул, мы ничего не понимаем. Ну, свободу политзаключенным. Россия должна быть свободной. Спасибо всем за поддержку.